четыре, пять. Очередной питерский полдень наступил с легкой руки четырехкратного олимпийского чемпиона. После символического выстрела пушки в Петропавловской крепости культурно-выставочный проект «Спортивная слава России» стартовал здесь, в Стрельне. Первый, о ком пойдет речь, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов. Биатлон – единственный вид спорта, в котором с 1964 года на всех олимпиадах у Советского Союза, а позднее и России, были золотые медали. Именно поэтому старт проекту «Легендарные чемпионы» звездам завтрашнего дня начали с самого заслуженного стреляющего лыжника. Основные мероприятия прошли в Константиновском дворце. Кстати говоря, для культурного центра это своего рода дебют в работе со спортивной тематикой. Александр Иванович Тихонов, по-настоящему легенда, это гордость нашей страны. Нам есть чем гордиться, нам есть кем гордиться. И видите, очевидна связь между физической культурой, между спортом больших достижений и здоровым образом жизни. С одной стороны, а с другой стороны, физическая культура – это часть культуры вообще. Поэтому с сегодняшнего дня Дворец Конгрессов стал обителью или храмом не только культуры, но и физической культуры и спорта огромных достижений. Ветераны спорта, олимпийские чемпионы переживают, а не ограничится ли рассказ о легендах советского спорта одним лишь биатлоном. Организаторы уверяют, как минимум до Сочинской олимпиады сформирован плотный график. Я слышал, что дальше будет представлено фигурное катание. Фигурное катание – это естественно. Ирина Роднина – трехкратная олимпийская чемпионка. Это тренеры, величайшие тренеры 20-го столетия, 21-го, Москвина, Мишин, которых я прекрасно знаю. Я думаю, что в этом здании, в Константиновском дворце, они должны быть обязательно представлены. И вот, как мы говорили о Харламове, вот я думаю, что Владислав Третьяк, трехкратный олимпийский чемпион, также хоккей должен быть представлен обязательно. Это все должно состояться до Олимпийских игр в Сочи, чтобы люди могли приехать, посмотреть. Вот. Особенно молодое поколение будут приходить, экскурсоводы будут рассказывать. И они окунутся немножко в историю разных видов спорта. Тихонов дружит с фигуристами, хоккеистами, борцами и представителями многих других видов спорта. У ветеранов спорта вообще развито чувство локтя и взаимовыручки. Теперь, считают они, важно донести все эти качества до молодежи. На эту выставку желательно, чтобы, конечно, приехали и детские спортивные школы. Я думаю, что это будет организовано, сделано. Это нужно, благородное дело, потому что мы все-таки немножко забыли популяризацию не только биатлона, всех видов спорта. Это хороший образ жизни. Это, во-первых, воспитание нации, нашего государства. Экспозиция Александра Тихонова постоянно действует в УВАТе. Группа энтузиастов бережно хранит и пополняет ее. На сегодняшний день собрано более 600 различных предметов. Личные вещи, спортинвентарь, элементы одежды. Впрочем, самый главный и самый говорящий экспонат легенды биатлона в эти дни в том числе носил на себе. На парадном пиджаке больше сотни всевозможных наград, в том числе и боевой орден Красной Звезды за поимку опасного преступника. Через 2 месяца экспозиция переедет в Москву, после в Новосибирск, а затем вернется домой. Я считаю, что такие вещи нельзя далеко и надолго прятать. И то, что это экспонируется здесь, вот в Константиновском дворце, это все очень здорово. Я вижу, с каким восторгом воспринимаю здесь вообще Александра Ивановича. И думаю, что музей – это будет мощная поддержка его имени, биатлону и вообще российскому спорту. Советские олимпийцы постоянно подчеркивают, что на первом месте у них всегда был патриотизм, сплоченность, командный дух. Поэтому и презентацию УВАТской музейной экспозиции ветераны закончили своей любимой песней.